Одесса, парикмахерская на 7-м фонтане. Парикмахер Арон Жутковец все время говорит с клиентом о политике. Заведующая парикмахерской замечает: «Арон Григорьевич, зачем вы с клиентом во время стрижки разговариваете о политике?» «Как зачем, Матильда Яковлевна? Это мое нао, я извиняюсь за выражение хау, как говорят японцы. Я ему рассказываю все наши ужасы, у него волосы становятся дыбом, и мне легче их стричь». Иосиф Шмуклер и Семен Грызун на французском бульваре в Одессе проехали на машине на красный свет. Инспектор останавливает их и говорит: что надо платить штраф. Шмуклер говорит: скажите, а лауреатов Нобелевской премии вы тоже штрафуете? Спектр козырнул: можете ехать. Машина отъехала. Грызун спрашивает Шмуклера: Иосиф, а ты что, лауреат Нобелевской премии? Нет. Но спросить я могу? Маргулис из Америки пишет письмо своему племяннику Изи в Одессу. «Здравствуй, дорогой Изя. Решил написать тебе короткое письмо. Хотел также положить в него $100, но уже запечатал конверт». Йосик Гринберг приехал из Одессы на курорт в Кисловодск, и сразу же зарядили дожди. Йосик тут же стал собираться домой. Хозяин гостиницы, в которой он остановился, удивился: «В чем дело? Вы еще спрашиваете? Посмотрите на эту погоду! Но у вас в Одессе тоже может идти дождь. Знаете, у нас в Одессе наш дождь для нас дешевле».